Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И сегодня, как вы поняли, если я нахожусь на диване, за которым уже нет ковра, значит, будет какой-то обзор. Наступает весна в этом сезоне очень стремительно, и все живущие на Дальнем Востоке, смотря за окно, сами удивляются диву, кто бы когда бы помнил на своем веку подобное. В данном месяце у нас уже еще и в феврале, не говоря уже про март, у нас уже была в конце плюсовая температура днем. Никогда у нас в Хабаровском крае, именно в городе Хабаровске, я такого за 20 с лишним лет не замечал, да. Последние годы реки вскрываются раньше и раньше, и судя по началу такой бодрой весны, не исключено, что в этом году побьются все рекорды на вскрытие рек. Но это не означает, что рыба будет ловиться. Опытные рыболовы знают, что рыба пойдет, когда ей надо. Вне зависимости от того, как рано это все скроется, по каким факторам она ориентируется, это уже даже ихтиологам неизвестно, но она пойдет в нужный срок, вне зависимости от того, как сойдет лед. Вот. Ну и к чему это все рассказываю, что весна уже не за горами, уважаемые зрители, и пора уже начинать готовиться, приготавливаться. У кого чего нету, нужно будет покупать. У кого что-то сломано, нужно будет восстанавливать. Одним словом, нужно готовиться к осенней рыбалке. И я таким образом тоже себе прикупил вот такой вот, получается, ящичек плана именно для больших приманок в магазине «Снасти Гуд». Вот, и сейчас я буду вам рассказывать и все это показывать. Что хочу сразу же отметить. Данный магазин «Снасти Гуд», под видео я оставлю на него ссылочку. Он также специально для моих подписчиков по промокоду «Таймень» делает скидку 15% на любой товар, который у него присутствует в магазине. Но это тоже не самое главное. Самое главное, что данный магазин, опять же, для моих подписчиков предоставил для розыгрыша вот такие вот силиконовые приманки собственного производства. Вот. Так что пишите под этим видео свои комментарии, что вы думаете, да, и мы будем разыгрывать данные приманочки. Ну, давайте посмотрим поближе, как эти данные приманки от магазина «Снасти Гуд» собственного производства выглядят. Вот такую вот коробочку, уважаемые зрители, магазин «Снасти Гуд» с силиконом предоставил для розыгрыша на моем канале специально для вас, уважаемые подписчики. Ну и давайте ознакомимся с ее содержимым, как бы чуть-чуть показать, что у них за собственное производство вот такого вот силикона. Можно вот так вот прям достать, да, сколько его тут есть, все, уже тут не буду показывать. Это не имеет смысла. И давайте посмотрим, что на призы вам, зрители, будет разыгрываться. Вот такой вот логотип мы сразу же видим с «Снасти Гуд». Все для рыбалки привезут. Вот. Вся информация, съедобный силикон, ручная работа, оригинальная рецептура, мягкая и прочная. Ну и тут уже указаны координаты самого магазина. Вот, указана его длина, название, ну, все как положено. Что могу сказать, я не являюсь таким, как бы сказать, сильным специалистом силикона, да, и очень мало на него произвожу рыбалок, да. От этого что-то еще вот прям такого конкретного по данному вопросу я ничего вам не могу, уважаемые зрители, сказать. Вот, есть абсолютно разные модели, их очень много. Отправлять я вам буду сразу же по 3 штуки в руки, да? Потому что если я сейчас каждую отдельную буду отправлять, то это будет для меня очень-очень затратно. Ну и для вас тоже. Ну что там, один блистер как бы ни туды, ни сюды. А так каждому в руки по 3 блистера и бесплатная отправка. И, конечно, будет ощущение подарка. Вот. Вот такие вот очень интересные вещи. Вот они какие.
Думаю, рыба оценит съедобную резину собственного производства снасти Гуд. Ну и, конечно, мы сейчас что-нибудь еще попробуем достать, посмотреть. Вот, не знаю, какая мне тут на душу приглянется. Ну, давайте вот это вот. Такого бледно-морковного цвета. Кстати, упаковка очень хорошая. Мне такие упаковки блистерные нравятся. То есть можно открыть и можно потом это дело обратно все закрыть. Вот. А не так, что там упаковочку надрезал, обратно уже ничего. Ну-ка, сейчас надо понюхать. Да, есть какой-то запах. В этом я тоже мало понимаю. Резинка такая очень приятная, мягкая. Вот она маслянистая, видно, чем-то пропитана, да, потому что она съедобная. Она очень-очень мягкая, смотрите, в руках. Хорошо утягивается, вот такой вот тоненький хвостик. Ну, рвать я не буду, но очень хорошее усилие прилагаю. Он действительно мягкий, очень прочный, эластичный, да, и думаю, конечно, будет хорошая игра, даже в очень холодной воде, когда будет все затвердевать, да, сковывать движение холодной температурой воды, да, вот, думаю, неплохой силикончик пойдет в подарок для моих подписчиков от магазина, вот. Ну, давайте еще что-нибудь посмотрим, что вот, что. Ну вот, что-то такое. Вот. Ну, видим, тут и блески есть добавлены. И... Ну, все не хуже, чем у самых крутых там силиконов, типа K-Tech. И все такое. Сейчас... Я смотрю, на рынке очень много данной продукции в области силикона. И много показывают на Ютубе, как, что и почему. И даже собственное производство. Вот такие вот. Есть такого женского цвета. О, видите. Пока он, чтобы не болтался, он, видно, технологическим таким этим прицеплен лентой, чтобы не разбрасываться. Конечно, это нужно будет при рыбалке оторвать тоже. Руки, мы видим, уже такие жирненькие делаются. Ну, а вот это прям как такой, какой-то такой рисковатый запах у этого вот. Все очень мягкое, прочное. Вот. Ну, я думаю, уважаемые зрители, вы, когда получите и будете им рыбачить, обязательно пишите под этим видео отзывы, как это, что и как работает, понравился вам данный силикон или нет. Пишите на магазин Снасти Гуд, рассказывайте, как он работает, будет очень-очень интересно. Вот, ну что, давайте перейдем к следующей позиции нашего обзора. Ну вот, посмотрели мы приманочки, я думаю, очень-очень-очень достойно, так что кому-то они достанутся. Разыгрывать, еще раз повторяюсь, я буду сразу же по 3 блистера отправлять, чтобы уже человек брал в руку, маял вещь, ну и, как бы сказать, было полное ощущение какого-то подарка или праздника, чтобы доставка была бесплатной с моей стороны. Ну, давайте теперь приступим к самому хорошему. Посмотрим вот такой вот ящик. О таком ящике, уважаемые зрители, я давно уже мечтал. Вернее, как бы не мечтал, я не знал, что он существовал в природе, да, какое-то долгое время. Потому что моя история для ловли рыбы, именно трофейного, уже тянется в районе 20 лет. И, конечно же, 20 лет назад ничего подобного не было. 20 лет назад встретить на реке резиновую лодку, вернее, ПВХ с трансом под мотор или мотор там с лэбой там, Ямаха, это было в тайге, ну просто шок. Тогда не было никаких еще 20 лет назад этих телефонов с симками сотовых в городе Хабаровске. Начинался только интернет, его еще даже не было, он позже начал начинаться, который шел по телефонным обыкновенным проводам. На самом деле не так уж все давно, когда
ну, как бы сказать, не так уж все это было давно, когда еще не было интернета и сотовых телефонов. Все-таки об этом нужно помнить, уважаемые зрители. И, конечно, никто не мог представлять, что как бы тогда что-то такое будет, но нужду в этом я уже испытывал. И вот предоставился случай купить такой ящичек. Ну, давайте посмотрим. Теперь начнется самое интересное. Объем его не детский. Мы это сразу же видим. Надо распаковать. Сейчас мы его распакуем. Ого-го, да, скажете вы, ничего себе ящичек плана, да, вообще. Вот, это как раз вот тот ящик, и теперь я буду вам подробно рассказывать, что, чего и почему, и с какими проблемами при ловле трофейной рыбы я сталкивался, а именно, куда нужно было складывать приманки. Кому интересно, вот наклеечка на ящичке. Тяжелый. Так его просто не протянешь. Не могу сказать, сколько килограмм, но я думаю, наверное, не меньше 3-4 железно-бетонно. Может там, ну, 2 ближе к 3, 3 ближе к 4. Вот так вот. Вот. Давайте я вам более четко покажу. Ну и сейчас мы будем смотреть его уникальную конструкцию, как это все выглядит. А уникальность его заключается в том, что внутри в нем находятся вот такие вот большие вот секции, соответственно, в виде квадратов правильных. Также, если что-то не понравится, эти секции можно вынять, да, к примеру, да, они собираются вот так вот, да, и этот ящик будет служить для каких-то других целей. Но для меня именно большая ценность в том, что вот он имеет такие секции, и по краям секции мы видим вот такие вот так называемые прорези. Вот. Что это нам дает? А дает нам это то, что у меня очень много крупных приманок. Вот. В плане такого типа при ловле большой трофейной рыбы. Вот именно как раз еще раз хочу заострить внимание, что данный ящик очень будет полезен для тех рыболовов, кто занимается трофейной рыбалкой, да, и пользуется большими приманками. Вот. Можно прямо целиком ложить туда приманочку. Я уже кайфую от этого процесса в преддвериях открытия воды. И вот таким вот образом складывать. Давайте попробуем туда положить что-то из джига большого. Например, вот такое что-то. Мы сейчас трейлер прицепим. Ну, либо там, не знаю, что-то, наверное, можно положить и вот такое вот, да. Вот, и, соответственно, это можно все так вот, чик, закрывать и двигаться. Вот у вас в лодке или на берегу стоит, мы так представляем, один ящик. Вы его открываете и сразу же можно нахватывать приманочку, которую вам нужно. Вы ее сразу же берете за тройничок, поднимаете и цепляете. Многие скажут, ну и что, это можно как бы сделать в любом ящике, в любой коробке. Вот, например, вот в такой, какой угодно. Да, это тоже компактно и хорошо. Но, когда вы ловите трофейную рыбу, особенно на реке с быстрым течением, еще в режиме сплава, вас несет. И представляете, вы идете, это горная река, у нее есть перекаты, где глубина буквально по колено, там метр, полметра, и тут же заканчивается перекат, и уходит плюс яма сразу же на 3-4 метра, да, там потом какой-то неглубокий плюс, там 1,5-2 метра, да, вас быстро это все несет, и вы в процессе всего, вам нужно быстренько адаптироваться под текущие обстоятельства и менять приманки.
То есть такую повесили, такую повесили, в зависимости от глубины, да. И тут, соответственно, достаточно быстро смена обстоятельств. И когда вы хотите что-то поменять, вы берете, ну, какую-нибудь приманку, ну, к примеру, да. Ну, в основном это происходит, у меня уже тут разложено, да, так вот. Но в основном это происходит в виде гирлянды, вот такой. Вы все вот это так вот берете, и понеслась у вас в коробке вот такая вот гирлянда с большими тройниками, с большими крючками. Вот, крючки большие, могут упасть в лодку ПВХ, проколоть ее как нефиг. Моментально вы начинаете все вот это раздирать, там трясти, у вас еще больше цепляется. И как бы вот эта вся такая тема, она заморочистая, да. И вот именно вот этот весь процесс, он мне до такой степени накалил за долгие годы, что я уже просто, ну все, то есть все, уже предел коления. И пришлось подумать, как этого избежать. И благодаря поискам в магазине снасти Good я нашел вот такой вот ящик. Очень удобно. Во-первых, я в каждой секции вижу приманку, да. Как бы сказать, какая приманка лежит. Я ее быстренько оттуда нахватываю, вешаю. Ни за что она не цепляется за другие воблеры. И самое, что интересно, я посмотрел, даже в одну секцию, да, уважаемые зрители, можно повесить несколько приманок по разным бортам. Вот смотрите, экспериментируем. Видите, у меня в одной секции, вот здесь вот, мы видим, висит несколько приманок. И я сейчас могу взять любую из них приманку, и они с друг другом не зацепятся. Видите? Вот, пожалуйста, одна. Вот, пожалуйста, вторая. И в одной секции висит по две приманочки спокойно. И друг друга они вот даже могут потрясти и так наклонить. И опять же ее нахватывать, и с друг другом они не цепляются. Это, кстати, очень-очень удобно. И в этом, конечно, заключается смысл этого ящика. Так как приманки у нас могут быть по большой высоте, а есть у меня воблеры, которые и 30 сантиметров, и 100 грамм, как бы сказать, они действительно входят во всю длину, да, как бы сказать, для трофейной рыбалки, то как раз вот по высоте сюда войдет множество приманок для много различных стилей и способов ловли, да. Так вот. И это, главное, все еще может все разбираться, меняться, выниматься. Мы можем вынять секцию, будут такие вот большие продольные, можно сюда хоть лопаты вставлять, там еще что-то. То есть можно по желанию что-то изменить, какой-то конструктив. Вот, уважаемые зрители, как раз вот в этом вот смысл и самый писк заключается этого ящика, что вы можете очень быстро нахватить любую приманку вертикально висящую, и никакая гирлянда не процепится. Да, ящик достаточно большой. Но если вы рыбачите с лодки, никаких проблем нету. Тут достаточно много секций, вот, куда можно повесить. И много можно с собой взять, очень большое количество приманок для трофейной ловли. Ячеек достаточно много, уважаемые зрители. Их здесь 40 ячеек. Можно взять 40 отборных приманок. А так как я вам показывал, еще и в секцию в одну можно по 2 приманки, по 2 воблера больших, то это значит, количество увеличится на 2, можно взять вместо 40-80 приманок. Ящик достаточно простой, никакой тут герметичной ленты я не вижу. Все сделано достаточно просто. Ящик у нас сверху вода сделан такой конструкцией, что вода в него через ручки не забежит. Это очень важно, потому что сколько ящиков я встречал, у них вот именно через ручки затекает вода, все это бежит потом сюда, и приманки начинают ржаветь. Понятно, что если этот ящик мы перевернем, то здесь на стыках вода попадет, да. Ну вот именно если будет дождь, а он будет стоять в своем рабочем положении, то никакая вода не попадет. Ручки, как я смотрю, даже при определенном усилии можно снять. Они туда как защелкиваются. Сейчас я уже этого не буду делать. Вот. Очень-очень интересный ящик. И я, уважаемые зрители, рад его приобретению, что наконец-то у меня спадет вот такая вот проблемная штука, которая меня накаляла много-много лет, что вот эта вот перепутанная гирлянда воблеров из коробок, которая тянется. И, соответственно, если еще на сплаве, нужно еще управлять мотором. Тут еще друг, блин, засадит воблера в залом. Тут в одной руке гирлянды, в другой руке мотор. Тут газуешь, подводишь друга, чтобы он это все отцепил. Ну, блин, это пипец, это целая история, мужики.
целая история, которая мне просто взрывала мозг. Вот. Это действительно так оно и есть. Ну, теперь я буду испытывать этот ящик, радоваться жизни. И больше, я думаю, меня такие проблемы не будут посещать. Ну, давайте я сейчас возьму камеру в руки и еще более подробно все покажу, как это выглядит, уважаемые зрители. Вот, уважаемые зрители, мы видим эти секции. Более подробно видим, как в данной секции висит несколько приманок, как они достаются. Можно повесить на любой борт и так, и так, и так. То есть достаточно много вот таких пазиков, куда можно повесить. Имеем мы 40 ячеек. Все это еще можно разбирать, вынимать. Видим, что секции делятся пополам. То есть они не во всю длину, вот эти вот продольные и поперечные рейки, а вот здесь они разделяются по центру. То есть можно половину вот этих секций вынять вообще, да, как бы из ящика. Вот таким вот образом. Видите? И будет как бы половина тут, а половина вот сюда. Можете положить там катушки, шнуры там, карабинчики, там, не знаю, поводки, еще что-то. А сюда именно трофейные приманки, а сюда вот все остальное снаряжение. То есть компоновать вы можете это как угодно. Это очень удобно, поверьте мне. И действительно, о чем я сейчас рассказываю, оно имеет настоящий смысл. Вот поверьте мне, из опыта это стопудово. Посмотрели мы это еще более подробно. Вот. Не забывайте смотреть ссылку под каналом на данный магазин с Насти Гуд. По промокоду Таймень вы получите 15% скидку на любой товар. Также оставляйте ваши комментарии. Мы разыграем силиконовые приманки фирменного собственного производства от магазина с Насти Гуд. Ну и соответственно подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с вашими друзьями. До свидания, до новых встреч.